Итак, всем привет! И сегодня я вам хочу показать распаковку и обзор нового рюкзака. Сейчас на экране вы видите мой рюкзачок от фирмы Nike, который был приобретен буквально полтора года назад. И в связи с чем я купила новый рюкзак, я сейчас все объясню. Так как у меня рюкзак сейчас с вещами, я не стала их выкладывать, поэтому я вам просто покажу на камеру, почему мне пришлось взамен купить на всякий случай еще новый рюкзачок. Итак, я надеюсь, что вы сейчас видите прекрасно, камера очень хорошо передает. Ну, смотрите, рюкзак я стирала, во-первых, да, он, конечно, уже немножко выбелил, и здесь вы можете видеть дырочки. Дырочки, конечно же, от растягивания, либо какой-то зацепки, возможно, это был ремень или что-то другое. Конечно, в этих рюкзаках я, естественно, ношу и покупаю, бывают продукты, да, то есть у меня рюкзак действительно очень полный, но, конечно, неожиданно, уж я никак не ожидала, что все-таки появятся вот такие вот дырочки. То есть, собственно говоря, этому рюкзаку осталось жить не так долго, вот, но пока я его, конечно же, буду носить, и не надо, конечно, в него класть какие-то тяжелые там вещи. Вот, возможно, конечно, там просто что-то было положено, что при нажатии, да, немножко повредило ткань. Но об этом история умалчивает. Рюкзак, конечно, хороший, но, как вы видите, оказался не таким прочным. Поэтому, кстати, давайте покажу вам. Это уже, конечно, после многочисленных стирок. Знаете, что здесь у нас был красного цвета лого, но, естественно, что он начал стираться. Но это ничего страшного, так-то сам по себе он остался неизменным. Итак, давайте теперь рассмотрим новый рюкзак. И он был приобретен на сайте Wildberries. Как я уже ранее обговаривала в роликах, что, знаете, что фирма Nike недоступна сейчас к заказу на территории России. И, соответственно, те рюкзаки, которые остались в магазинах спортивных и в интернет-магазинах именно компании Nike, уже оригинал или нет, я вам не могу сказать. Но качеством, конечно, меня они и выбором не привлекли. Такой же рюкзак я видела на сайте AliExpress, точно такой же, с такой же нашивочкой. И, конечно же, прочитав информацию на бирке, я поняла одну вещь, что этот рюкзак был приобретен также, скорее всего, через сайт AliExpress, ну и уже здесь реализуется на российском рынке. Так как на сайте AliExpress я бы его заказала, вот именно такой рюкзак, за 1200 рублей, я смотрела цену и ждала бы его около месяца, но, как вы сами понимаете, мне необходимо было купить рюкзак как можно быстрее, потому что риск, что мой найковский рюкзак порвется в любой момент от любой тяжести. Я даже себе представляю такую ситуацию: еду я, короче, на велосипеде, допустим, там, после работы из магазина, и у меня просто прорывается дно, и оттуда что-то выпадает. Но это, конечно, ужасно. Вот, но, конечно, до такого степени я не готова была запустить, поэтому мне пришлось срочно приобрести новый рюкзак. Ну, я купила именно такой же, какой я хотела купить на Алиэкспрессе. Ну, считайте, что это одно и то же, в принципе. Здесь у нас, ну, понятно, сделано в Китае, состав 100% полиэстер, размер 30 на 43 и на 14 сантиметров. Значит, что я хочу сказать. Я держу одной рукой микрофон, поэтому где-то буду открывать, где-то как-то вам показывать. Конечно, этот рюкзак, он из другой совсем ткани, он... Ткань тоньше намного. Сейчас камера, знаете, не совсем точно передает цвет, потому что на самом деле он такой бежевый. Я вот даже пытаюсь вам показать, но камера не совсем его точно передает. Сейчас попробую поближе показать текстуру. Не знаю, возьмет ли камера. Вот, вы можете видеть ткань. То есть, видно, да?
Конечно, смотрите, лямки здесь очень тоненькие, они без сеточки абсолютно. То есть это вот такой вот простой рюкзак. И, конечно же, в нем такие тяжести, в котором я таскаю конкретно, как в найковском, я уже таскать не смогу, потому что боюсь, что он просто порвется. Конечно, здесь все прошито, здесь все симпатично, как обычно, стандартно. Значит, что касается самой петлички, она вшита здесь в рюкзак. Так что, в принципе, не могу сказать, что порвется, но посмотрим. Так, давайте глянем дальше. Значит, здесь есть боковые карманы. Постараюсь говорить громче, потому что все-таки, надеюсь, будет меня слышно. Итак, поехали. Здесь у нас с вами два боковых кармана, куда может войти бутылочка с водой, либо какие-то другие вещи. Очень оригинально сделано в таком, знаете, casual стиле, хотя этот рюкзак мне напоминает немножко такой, знаете, вариант походного рюкзака, на такой вот очень интересный цвет, конечно, и больше всего меня, конечно же, привлек этот дизайн. Так, давайте теперь посмотрим. Значит, здесь у нас в рюкзаке очень много карманов. Это, конечно же, очень-очень хорошо. Ну, вот здесь самый верхний. Так что, чтобы залезть в данный рюкзак, нужно потрудиться. Так, дальше у нас здесь есть с вами другой карман. Надеюсь, меня очень хорошо слышно. И видно сейчас ткань тоже. Камера очень хорошо передает. Карман, конечно, здесь мне не очень нравится, как он открывается, потому что хотелось бы, чтобы он открывался до конца. Ну, здесь такое вот небольшое отделение. Конечно, вот данный карман, я не знаю, для чего он предназначен, что в нем можно такого хранить, но, в принципе, закрывается он неплохо. Так, сам рюкзак. Так, я уже сама запуталась. Здесь, как вы видите, ничего не открывается, здесь все прошито, очень хорошо видно. Вот сейчас камера достаточно хорошо передает саму ткань. Ткань, знаете, вообще мне напоминает такой вот джинсу немножко, ну ХБ, да, вот какой-то интересный. Так, ну и смотрите, что первое мне не нравится. Во-первых, конечно же, что здесь есть вот такая вот, скажем так, петелька, да, которая мешает расстегивать сам рюкзак. Открывается молния очень хорошо. Ну и самое главное, конечно же, это меня порадовало, это количество карманов, допустим, для ключей, для паспорта, для каких-то мелочей. То есть у вас все будет в разных кармашках. И сейчас я вам постараюсь говорить громче, покажу. Самое главное, это внутренний шов, который вы видите. Вот эта ткань, которая внутри, вот с этой стороны расположена, эта ткань не промокайка. Ну, понятное дело, да, что если вы попадете под не очень сильный дождь, есть шанс, что у вас вот это все не промокнет. Здесь все очень хорошо прошито, конечно, молодцы. Прям неожиданно Китай порадовал, конечно. Вот, и давайте посмотрим сам рюкзак внутри. Я всегда стараюсь показывать, потому что вдруг кому-то эта информация поможет. Те, кто, допустим, не видели рюкзаки, да, но при этом они могут посмотреть. Ну, здесь, конечно, шовчик так себе, но тоже неплохо. Как вы можете видеть, здесь все прошито, ткань не промокайка внутри. И, конечно же, само дно. Здесь очень хорошая тема, это, конечно же, подкладка. То есть то, что было в рюкзаке в моем самом первом найковском. Я ссылочку дам. То есть это очень хорошо. То есть есть шанс, что если порвется одна ткань, то подкладка, соответственно, не порвется. Ну и наоборот. Итак, повторюсь, цена данного рюкзака на сайте Wildberries стоила он 1700 рублей.
На сайте AliExpress он стоил 1200 рублей, но там 1300, в зависимости еще от стоимости доставки. Так, давайте посмотрим оставшуюся часть. Это у нас последний кармашек вот с этой стороны. Здесь, конечно, во многих, кстати, современных рюкзаках есть такие кармашки. Они либо сбоку, либо... Ну вот смотрите. В принципе, сюда войдет паспорт. Вот. Хотя я бы не стала бы, конечно, сюда класть паспорт, но что-то можно положить. Единственное, значит, хочу подытожить вообще всю эту покупочку свою. Конечно, если бы лямки были чуть-чуть потолще, с сеточкой, для того, чтобы циркулировал воздух, так же, как и на спинке, конечно, стоил бы, наверное, он чуть-чуть дороже, но, знаете, я думаю, что можно было бы заплатить. Здесь у нас с вами написано Sunshine, в принципе, пусть оно будет, это этикетка, которая пришита. Качество рюкзака неплохое, стиль, дизайн офигенный, мне очень понравился. Вот, знаете, если вы ищете такие вот рюкзаки для городского пользования, конечно, для походного он тоже вполне подойдет, но если вы в нем будете таскать не очень тяжелые вещи. Вот, ну, знаете, такой вот casual городской рюкзак, конечно, он немножко косит под туристический, но на самом деле это не так. Вот, не знаю, как, конечно, он себя поведет при стирке, потому что, ну, не могу сказать, ткань, конечно, со временем будет, наверное, все время на тон, на полтона светлеть, но посмотрим. По крайней мере, это недорогой рюкзак, конечно, в отличие от найковского, который я купила за 900 рублей, повторюсь, полтора года назад по скидке. Конечно, этот немножко дороговатый, но в нынешних реалиях это абсолютно недорогой рюкзак. Кстати, на сайте Wildberries такого же плана есть черный рюкзак, так что можете тоже присмотреть себе. Ну что ж, всем хорошего дня, всем пока-пока!